Всем привет. Посмотрим вот такой триммер шином SH2588. Упаковка жесткая. Замечательная упаковочка, красивая, компактная, твердая, плотная, тяжеленький такой, профессиональный триммер, один работает, подстригаем опять, стрижет. Также есть инструкция, даже на арабском языке, что ли, на нескольких языках, в том числе и на английском. 5 ватт, USB вход, не USB, это зарядка, Type-C, да. Даже есть описание на русском языке, русский язык. Есть 4 насадки. Масло для смазывания лезвий. Провод для зарядки, щетка и 3 насадки, 3 миллиметра, миллиметр и 6 миллиметров, от 1 до 6 миллиметров. По мне, так это качественно, хороший, металлический, увесистый такой. Работает хорошо. Думаю, барбершоп будет пользоваться спросом у парикмахеров. Вот такой подарочек.